Владимир Сузуки LJ80. За рулем наша землячка Дарья Иванова. Компактный внедорожник. Двигатель объемом всего 0,8 литра. Максимальная скорость 80 км в час. Данный автомобиль является компактным полноприводным внедорожником со аскетичным дизайном и без всякого рода удобств. Металлический кузов, педали, руль и сиденья. Настоящая машина-трудяга, которая проедет везде и всегда. Даша, это управляет этим автомобилем, никуда не спешит, потому что она уже все всем давно доказала. Ваши аплодисменты Дарье Ивановой. Компактному внедорожнику Suzuki LJ80. Сейчас участник под номером 47 будет награжден почетным дипломом АПСА ретро-фестиваля «Золотая тень Кёнигсберга». Ваши аплодисменты, дорогие зрители, друзья и неравнодушные люди АПСА ретро-тематики. Я хочу отметить, что данный автомобиль заработал кубок «Семья в стиле ретро» на фестивале 2017 года. Сейчас вы можете заметить, что через заднюю дверь заходят дети. Но, в принципе, сюда могут уместиться и два мужчины стандартных размеров. Это уже проверено. Позвони клаксона, Suzuki LJ80 покидает нашу площадку. А сейчас на нашу площадку заезжает участник под номером 62. Юрий Артемчик на автомобиле.